темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком и слезу утираешь. Приветствую вас, мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео я разберу для вас одну из моих любимых песен в тональности ми минор. Я делал на эту песню разбор в таком фингерстайле, в легком, такая аранжировочка гитарная. Здесь я просто хотел бы показать аккорды. Причем довольно-таки простая тональность, но без барре, конечно, не обошлось. Поэтому все-таки придется нам его играть. Итак, давайте начнем. Значит, в правой руке у нас будет вот такая вот игра. Бесконечный щипок. Все время будем играть одновременно 4 струны. Бас у нас будет зависеть от того, какой аккорд. То есть мы все время играем 6-я, 3-я, 2-я, 1-я одновременно. Большой, указательный, средний, безымянный. Второй куплет я не спел, там будут аккорды немножечко другие. То есть здесь получается первый куплет, второй куплет, потом третий такой же, как первый, те же аккорды, и четвертый такой же, как второй. В этом видео я вам покажу, как играется первый куплет. Сначала мы зажимаем аккорд ЕМ, 5-я, 4-я на втором. Можете вообще его не зажимать, если вы не будете чередовать, например, струны басовые. Либо можно, например, не все время шестую, а можно играть шестая, третья, вторая, первая, потом пятая, третья, вторая, первая, четвертая, третья, вторая, первая, пятая, третья, вторая, первая. Либо все время шестую, в этом случае вам нужно все-таки будет зажать пятую, четвертую на втором ладу. Итак, давайте начнем. Мы играем ЕМ, темная ночь, 4 раза, 4 щипка. Дальше у нас идет аккорд АМ, только АМ, это вторая на первом, четвертая, третья на втором. Здесь мы играем уже с пятой струной, пятая, третья, вторая, первая, и играем мы только 2 раза. Раз, два, только. Дальше у нас идет ре мажор, Д, третья, первая на втором, вторая на третьем. Здесь мы играем четвертая, третья, вторая, первая. Пули, свис. 2 раза. Щипок. Дальше аккорд G. Сяд по степи. G мы играем 4 раза. Можно зажать только шестую и первую на третьем. И играть шестая, третья, вторая, первая. Раз, два, три, 4 раза. Дальше у нас опять идет АМ. Раз, только ветер, гу. Играем 4 раза с пятой струной. Раз, два, три, 4. Дальше опять ЕМ, можно ничего не зажимать. Гудит в проводах. 4 раза играем шестая, третья, вторая, первая. Еще разок сейчас все это повторю, и дальше у нас будет такой небольшой проигрыш. Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Дальше идет аккорд F диез мажор. Тускло. F диез мажор, фа диез мажор. Это барре на втором указательном пальце, все струны. Третья на третьем и пятая, четвертая на четвертом. Раз, два. Мы играем его 2 раза с шестой струны. Шестая, третья, вторая, первая, щипок. Дальше аккорд H7. Звезды, мир.
H7, это четвертая на первом, пятая, третья, первая на втором. И здесь мы играем тоже щипок с пятой струной. Раз, два. Только два раза. То есть мы FDS сыграли два раза шестой. Раз, два. H7 мы играем тоже два раза с пятой. Раз, три. Получается, мы поем здесь раз, тускло звезды. Продолжаем. Аккорд ЕМ. Мерцают. Четыре раза с шестой струны. И опять FDS два раза. И H7 два раза. И у нас закончился первый куплет. Сейчас все повторим. Как вы поняли, в конце у нас повторяются вот эти аккорды. ЕМ. 2, 3, 4. FDS два раза. H7. И опять ЕМ. 4 раза. И опять FDS два раза. H7 два раза. Теперь повторю все аккорды куплета. И просчитаю. ЕМ. 1, 2, 3, 4. АМ. 1, 2. Д. 1, 2. Ж. 1, 2, 3, 4. АМ. 1, 2, 3, 4. ЕМ. 1, 2, 3, 4. FDS. 1, 2. H7. 1, 2. ЕМ. 1, 2, 3, 4. FDS. 1, 2. H7. 1, 2. Вот весь первый куплет. Еще разок спою медленно, чтобы вы уже тоже, запомнив аккорды, смогли потренироваться вместе со мной. Итак, начинаем. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Звезды мерцают. Это первая половина куплета. Дальше мы играем то же самое. ЕМ. Темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. FDS два раза, H7 два раза. Вот. Ну, то есть вы поняли, что мы два раза играем полностью одно и то же. Сейчас я еще разок все продиктую. ЕМ. 1, 2, 3, 4. АМ. 1, 2. Д. 1, 2. Ж. 1, 2, 3, 4. АМ. 1, 2, 3, 4. ЕМ. 1, 2, 3, 4. FDS. 1, 2. H7. 1, 2. ЕМ. 1, 2, 3, 4. FDS. 1, 2. H7. Раз, два. Вот, мы полностью это сыграли. И теперь мы повторим все то же самое. ЕМ. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Три, четыре. Раз, два. Раз, два. Ну и таким образом у нас получается первый куплет, который четко делится на две половины. Абсолютно одинаковые половины. Вот. Во втором куплете аккордики будут немножко другие. Там мы будем начинать с аккорда ДМ. Как я люблю глубину твоих
ласковых губ. Глаз, точнее, извините. Вот. Ну, в следующем видео покажу, как играется второй куплет. На этом все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.